Во дворце спорта «Видное» состоялся матч чемпионата Московской области по мини-футболу между клубами «Видное развитие» и «Элемент» из Дубны. Перед началом игры команды делили второе и третье места в турнирной таблице, а значит, встреча имела принципиальное значение для обоих соперников. В этом новом зале, будем говорить, для нас, потому что мы постоянно играли на втором этаже, в тренировочном зале. Сейчас, видите, совсем другие условия. Хотелось бы показать, будем говорить, мини-футбол во всем ее красочном виде. В матче первого круга на выезде наша команда уступила со счетом 5-6 и настраивалась на эту игру очень серьезно. Счет не по матчу. Мы, в принципе, пересматривали видео, как мы играли. Мы играли намного лучше. Ну, так получилось. Сами себе привезли. Вот, играли в гостях. Плюс далеко ехать до Дубны, на самом деле, ребята, когда ехали, уже немножко, может быть, растирали свою такую сосредоточенность. Вот. Но сегодня будем выигрывать. Всего в чемпионате принимает участие 10 клубов. Соревнования проходят в два круга. На настоящий момент сыграно уже 12 туров, по результатам которых можно выделить 5 явных лидеров, среди которых команда «Видное развитие». Чемпионат Московской области в разгаре. Уровень команд в этом году достаточно ровный, поэтому надеюсь, что сегодняшняя игра будет интересной. Игра получилась зрелищной и порадовала болельщиков, которые пришли на матч. С первых минут наша команда устремилась к воротам соперника и быстро забила два мяча. Ну, противостояние не хотелось бы, чтобы там, конечно, было там 10-0 в нашу пользу, честно могу сказать, потому что за красивый футбол. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы такая интрижка была. Но в целом, только победа нашей команде. К сожалению, увеличить преимущество видновским футболистам не удалось. Спортсмены из Дубны быстро восстановили равенство в счете. Затем то одна, то другая команда выходили вперед, а закончился матч в ничью со счетом 8-8. Следующую игру «Видное развитие» проведет на выезде с аутсайдером чемпионата футбольным клубом «Егорьевск». Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, «Видное ТВ».